Эти собаки мечтают обрести своего любящего хозяина и стать ему преданным другом. В приюте ГАФ каждое животное имеет свою историю. Один четвероногий был выброшен своим хозяином на улицу по причине болезни. Другой потерялся на городской станции. А есть и такие, которых чудом спасли от рук живодеров. У нас 200 собак, и они постоянно меняются. То есть как бы кто-то пристроился на это же место, мы сразу же берем кого-то с улицы. Щенков, конечно, у нас много, особенно вот прошлый год, этот год. Вот за прошлый год было где-то около 70 или 80 щенков. И большинство из них пристроилось благодаря нашей работе, благодаря работе волонтеров. Волонтеры дарят четвероногим свою любовь и ласку, берут над ними шефство. Все поступающие средства идут на закупку корма, лечение животных и строительство вольеров. На территории приюта ГАФ несколько отделений, и попадают сюда не только собаки, но кошки и даже лисы. По поведению как собака, хвостом виляет. Вот. А очень лазучие. Мы сделали вольер без сетки сверху. Они у нас первый же день убрали. Приют в Малых Вязёмах решает проблему с бездомными животными на территории Одинцовского района гуманно. Сегодня здесь запущена программа ОСВВ, то есть отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. За прошлый год по этой программе прошло около 500 животных. В этом году проект выдвинут на соискание премии «Наше Подмосковье». Программу гуманного регулирования численности безнадзорных животных проводят сравнительно недавно. Раньше животных отлавливали, ну и большинство уничтожали. Сейчас решили их стерилизовать и выпускать назад, не агрессивных, не настроенных на охрану территории. Согласно программе, животное отлавливается, помещается в карантинную передержку, обрабатывается от паразитов, вакцинируется, а также стерилизуется. Затем после процедур помечается биркой. Все это предотвращает собачьи стаи, нежелательное потомство и вспышки бешенства. Увидев на улице четвероногого с биркой в ухе, знайте, что животное привито, стерилизовано и абсолютно безопасно для человека. В приюте ГАФ вы можете обрести истинного друга, например, верного пса или вот такую красивую, ухоженную, а главное, здоровую кошечку. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».